Hare Bal. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my condolences. All glories to Srila Prabhupada. Jai Krishna Srila Prabhupada. Jin Tian, who's translating? Who's translating today? Madhurya Lila Devadasi. She? Who? Madhurya Lila Devadasi. Oh, Madhurya Lila Mataji. Hare Krishna Mataji. My obeisances. All glories to Prabhupada. Listen, you know, we've got some devotees coming here to Taiwan from Russia. Are they coming from there? I haven't heard about that. I don't know which part of Russia they're coming from, but there's like about 20 of them coming to Taipei tomorrow, I think. I can ask if you like. No, it's okay. I'll find out tomorrow when they come. You know, it doesn't make any difference. Okay, will we begin? Yes, please. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam Devim sarasatim vyasam tato jayamudirayat Nasta prayeshu vabhadreshu nityam bhagavata sevaya Bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtake. We're reading the Srimad Bhagavatam and we're on second canto, chapter 7, text number 32. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 7, текст 32. I will read the verse. Gopermake pratithate braja viplavaya deve bivarsati pasuri kripaya raraksu Dato chalindram eva sapta dinani sapta varsho mahidram anakaika kare salilam. I'll read it again. Goperma ke pratihate braja viplavaya Deve bivarsati pasuri kripaya raraksu darto chilindram eva sapta denani sapta varsho mahidram anakaika kare salilam. Maybe you can read the word meaning. Гуру Махарадж просит прочитать пословный перевод. Гопаих пастухами. Макхе, принесение жертв небесному царю. Пратихате, остановлено. Враджа виплавая, чтобы затопить всю Враджапхуми, место игр Кришны. Дэви, когда небесный царь Абиваршати наслал проливной дождь. Пашу, животных. Крипая, по беспричинной милости к ним. Бидакшу, желая защитить. Дхарма, подняв. Училиндрам, вырвав словно зонтик. Ива, точно так. Саптадинани, непрерывно в течение 7 дней. Саптаварша, хотя ему было всего 7 лет. Махидра, дорогу Вардхана. Анакха, не уставая. Экакари, в одной руке. Салилам, играючи. Перевод в божественной милости Шрилы Прабхупады. Когда, послушав
Послушавшись Кришну, пастухи Вриндавана перестали приносить жертвы небесному царю Индре. Всю местность, называемую Враджем, грозили затопить нескончаемые проливные дожди, которые обрушивались на Вриндаван в течение 7 дней. По беспричинной милости к жителям Враджа, Господь Кришна одной рукой поднял холм Говардхан, хотя в то время ему едва исполнилось 7 лет. Он поступил так, чтобы защитить скот от бесконечных потоков воды. Комментарий. Дети часто играют с кукольными зонтиками, которые иногда называют лягушкиными зонтиками. А Господь Кришна, когда ему было всего 7 лет, ухитрился поднять огромную гору Говардхану Парвату во Вриндаване и в течение 7 дней держал ее на одной руке, только чтобы защитить животных и жителей Вриндавана от гнева небесного царя Индры, которому жители Враджабхуми перестали приносить жертвы. На самом деле, когда человек служит Верховному Господу, ему не нужно приносить жертву полубогам благодарность за то, что они делают для него. Жертвоприношения, которые ведические писания рекомендуют совершать для удовлетворения полубогов, это своего рода стимул, помогающий тем, кто их совершает, осознать существование высшей власти. Господь назначает полубогов ответственными за определенные сферы материальной деятельности. И согласно Бхагавадгите, поклоняясь какому-либо полубогу, человек косвенно поклоняется Верховному Господу. Однако, когда человек поклоняется непосредственно Верховному Господу, ему не обязательно поклоняться полубогам или приносить им жертвы, как иногда советуют ведические писания. Поэтому Господь Кришна убедил жителей Враджабхуми прекратить жертвоприношение небесному царю Индре. Индра же, не ведая о том, что Господь Кришна находится в Враджабхуми, страшно разгневался на жителей Враджи и попытался отомстить им за нанесенное ему оскорбление. Но всемогущий Господь, прибегнув к помощи своей энергии, защитил жителей и животных в Враджабхуми. Тем самым он доказал всему миру, что тому, кто занят преданным служением Верховному Господу, нет необходимости удовлетворять никаких полубогов, даже таких великих, как Брахма или Шива. Этот случай не оставляет никаких сомнений в том, что Господь Кришна является личностью Бога, Верховным Господом, и всегда был им, и в младенческом возрасте, и в возрасте 7 лет, и когда ему исполнилось 125 лет. Он никогда не находился на одном уровне с обыкновенными людьми и даже в преклонном возрасте выглядел как 16-летний юноша. Таковы отличительные черты трансцендентного тела Господа. Шрила Прабхупада ки джай. Ом Агьяна Тимарандасья Гьянанджана Шалакая Чаксурун Милитаньена Тасмай Шри Гураве Намаха. Ванчакалпатарубьясча Крипасиндубаевача Патитанам Паванибьо Вайшнавибьо Намо Намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададха Шри Васади Гор Бхактавинда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Sukadeva Goswami, we're hearing actually Lord Brahma describe about some of the different Leela incarnations of the Lord to Narada Muni. So Lord Brahma is describing now about Lord Krishna. And today we are hearing about Lord Krishna's pastime of protecting the inhabitants of Vrindavan from the wrath of Indra. Мы продолжаем слушать о том, как Господь Брахма описывает Нарада Муни различные лила-аватары, воплощения Господа. И к этому моменту он уже дошел до описания прихода непосредственно Господа Кришны. И сегодня мы слушаем о том, как Господь Кришна явил такое необыкновенное деяние, когда он защищал жителей Враджи от Индры. So this pastime took place because Lord Krishna requested Nanda Maharaj not to offer Indra Yagya, which Nanda Maharaj had been accustomed to doing every year. И это произошло, потому что Господь Кришна попросил
Нанда Махараджа отменить Индра-ягью, которую тот привык проводить ежегодно. Nanda Maharaj had told Krishna how they need to have good grasses for the cows, because Nanda Maharaj has a big herd of cows, so they have to have nice grass to feed them. And to get nice grass, they have to worship Indra, the god of rain. Нанда Махарадж начал объяснять Кришне, что у него очень большое стадо коров. Для того, чтобы их прокормить, нужна хорошая трава. А хорошая трава растет, если будут дожди, а, соответственно, Индра — это повелитель дождей. Lord Krishna at that time was only 7 years old, and he was not happy to see his father and all the people of Vrindavan preparing to worship a demigod like Indra. Господу Кришне было на тот момент всего 7 лет. Ему не очень нравилось наблюдать за этими приготовлениями, которые шли по всему Вриндавану, и видеть, что его отец и другие жители Вриндавана готовят отношения для полубога. Lord Krishna wanted to see the people of Vrindavan engaged in pure devotional service. He didn't want to see them worshipping demigods. Господь Кришна хотел видеть жителей Вриндавана в чистом преданном служении. Он не хотел видеть их поклоняющимися полубогам. We know from the Bhagavad Gita when Lord Krishna was instructing Arjuna that Lord Krishna condemned the worship of demigods as something done by people who were less intelligent. Когда Господь Кришна рассказывал Бхагавад-гиту Арджуне, там он осудил поклонение полубогам как нечто, что осуществляют люди с меньшим разумом, не слишком разумные. In the Bhagavad-gita, Krishna said, antavattu phalam tesham tadbhavati alpamedasham. That people of small intelligence will worship the demigods to get things which are limited and temporary. So Lord Krishna didn't like to see his devotees in Vrindavan wasting their time in this kind of worship. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что не слишком разумные люди будут поклоняться полубогам для того, чтобы приобрести какие-то блага, ограниченные и временные. И поэтому он не хотел, чтобы жители Вриндавана тратили свое время на поклонение полубогам. Lord Krishna, being omniscient, is in the heart of everyone, including demigods like Indra, and he knew the pride which was there in the heart of Indra, how Indra was very attached to receiving the worship from the people of Vrindavan for his own enjoyment. Кришна всеведущ, он знает, что происходит в сердце каждого живого существа, и в том числе Индры. И он знал, что в сердце Индры живет гордость и желание наслаждаться этими подношениями, которые готовят для него. So Lord Krishna, therefore, he heard, after hearing from Nanda Maharaj how they were worshipping Indra to get rain, Lord Krishna discouraged his father from worshipping Indra. And he told his father that there's no need to worship Indra to get rain, because the rain falls everywhere, even on the sea, which is full of water.
И после того, как Кришна выслушал объяснение Нанды Махараджи по поводу того, что нам необходимо поклоняться Индре для того, чтобы выпали достаточные дожди, он начал переубеждать своего отца и говорит, что нам не нужно поклоняться Индре для того, чтобы получить дожди, а потому что дожди и так идут сами по себе, даже в тех местах, где они не нужны, например, над морем. And to discourage Nanda Maharaj, Lord Krishna even spoke an atheistic philosophy which is called Karma Mimamsa. And he told his father that you just have to do your duty. Do your duty as a kshatriya, as a Vaishya, do your duty, you'll get the results. И чтобы отговорить своего отца от этой идеи, Господь Кришна даже пустил в ход атеистическую философию карма мимамса, которая утверждает, что достаточно просто выполнять свои обязанности, и уже будет результат. So Lord Krishna persuaded Nanda Maharaj not to worship Indra, but instead he should worship the cows of Vrindavan, and he should worship the Govardhan Hill and the Brahmanas. И таким образом Господь Кришна убедил Нанду Махараджи, что поклоняться нужно не Индре, а коровам Вриндавана, холму Говардхану и Брахманам. So, Nanda Maharaj at first said, well, we could do both. I can worship Indra and we'll worship Govardhan Hill also. But Krishna said, no. He said, I need all the paraphernalia to worship Govardhan Hill. We don't want to do this Indra Yagya. И Нанда Махараджа сначала ответил, ну, мы можем провести и то, и другое, мы можем поклонение холму Говардхану, но Кришна ответил, нет, я хочу, чтобы все приготовления, все подношения были предназначены только холму Говардхану, не нужно предлагать их Индре. So, in this way, Nanda Maharaj was convinced by Lord Krishna to worship the Govardhan Hill, and Lord Krishna described all the different types of foodstuffs which he wanted prepared. Many different varieties. Итак, Господу Кришне удалось убедить Нанду Махараджа в необходимости провести поклонение холму Говардхану, и он начал описывать, какие блюда самые разнообразные нужно приготовить для этого поклонения. And when they offered everything to the Govardhan Hill, at that time Govardhan Hill appeared in person. And he began to eat everything. He ate all the offering just to convince the people of Vrindavan that Govardhan Hill was accepting the offering. И когда подношения были готовы, холм Говардхан, олицетворение холма Говардхана вышло и начало поедать все эти подношения для того, чтобы показать жителям Вриндавана, что он действительно их принимает. So, doing like this, Indra became very disturbed. He became very angry. His pride was disturbed, and he ordered clouds which annihilate the world at the time of the end of the planet. They annihilate the universe. He ordered these clouds to go to Vrindavan and pour down torrents of rain and destroy all the cows and all the people. И увидев это, Индра почувствовал чрезвычайное ущемление своей гордыни и решил наслать на Вриндаван потоки дождя, ветра и шторм. Для этого он призвал облака, которые
обычно приходят при уничтожении Вселенной. И для этого он отправил их во Вриндаван, для того, чтобы там они уничтожили штормом всех жителей, коров и так далее. So when Vrindavan was inundated by these clouds, it became very cold, and torrents of rain were coming from the clouds. Everyone was very afraid, and they all came to Krishna for shelter. So Lord Krishna picked up the Govardhan Hill and called everyone to come under the hill and take shelter. И когда небо над Вриндаваном заволокло этими тучами, когда полились потоки дождя, подул страшный ветер, стало очень холодно, жители Вриндавана все очень испугались и обратились к Кришне за защитой и прибежищем. И тогда он поднял холм Говардхан и пригласил всех жителей зайти под него, чтобы там найти защиту. The clouds poured down rain for 7 days and nights, endlessly. But Lord Krishna and all the devotees were under the Govardhan Hill, and no harm came to them. Потоки дождя непрерывно лились в течение 7 дней. Но Господь Кришна и все жители Вриндавана находились под холмом Говардхана в абсолютной безопасности и неприкосновенности. By this special arrangement of Lord Krishna, no one felt any cold or hunger for the 7 days and nights. Everyone was safe. И Господь Кришна устроил так, что в течение этих 7 дней никто не чувствовал ни холода, ни голода. Все были в безопасности. So this is a very, very special and very important pastime of Lord Krishna. A pastime which is celebrated every year on the particular day in which the event took place, which is during the month of Kartik. Это особая и очень важная игра Господа, которую мы продолжаем праздновать по сей день, в день, когда это событие произошло в месяц Картика. It shows us the supreme position of Lord Krishna over demigods like Indra. Это показывает нам верховное положение Господа Кришны над любыми полубогами, включая Индру. So worship of demigods, Srila Prabhupada says in the purport, he said this is the indirect process. Worship of the demigods is it's allowed according to the Vedas. It's a Vedic path, but it's an indirect process of worshipping the Lord. Здесь в комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада говорит, что поклонение полубогам — это косвенный метод. Несмотря на то, что он разрешен и в целом это часть ведического пути, но это косвенный путь. There are 330 million different demigods, and it would be impossible to worship all the demigods. Существует 33 миллиона различных полубогов, и это физически невозможно поклоняться каждому из них. And but each of the demigods, they represent one particular aspect of the universal form of the Lord, like the sun. Is like the eye of the Lord, and the moon is like the mind of the Lord, and the hairs on the body of the Lord are like trees and forests. Но каждый из этих полубогов в отдельности представляет собой какую-либо часть вселенской формы Господа. Например, Солнце — это глаз Господа, Луна — это ум Господа, волосы на теле Господа — это деревья и так далее. The higher planets are like the head of the Lord, and the lower planet, the planets at the bottom of the universe, are like the feet of the Lord. Высшие планеты Вселенной сравниваются с головой вселенской формы, а низшие планеты, которые находятся внизу Вселенной, сравниваются с его стопами.
The Brahmanas are like the mouth of the Lord, and the Kshatriyas are like the arms of the Lord. Брахманы сравниваются с ртом Господа, а кшатрии с его руками. And the Vaishyas are like the belly of the Lord, and the Sudra are like the legs. Вайшьи сравниваются с животом Господа, а шудры с его ногами. So everything is in some way related to the form of the Lord. And worship of the different demigods, they also represent different parts of the body of the Lord. Все так или иначе относится к какой-то части тела Господа, и также и поклонение полубогам. Полубоги тоже сравниваются с какой-либо из частей вселенской формы Господа. But if we worship just a part of the body of the Lord, then you're only going to get part of the benefit of the worship of the Lord. But if you worship the entire body of the Lord, then you'll get the whole benefit. Но если вы поклоняетесь только части тела Господа, вы и плодов поклонения получаете лишь часть. Если же вы поклоняетесь всему Господу целиком, то и плоды поклонения будут вашими целиком. So the direct process is to worship the Supreme Lord. That's like when you water a plant, you water the roots. And by watering the root of the plant, you nourish all the leaves and branches. Поэтому поклонение непосредственно Верховному Господу – это прямой путь. Как если вы, поливая растение, вы поливаете его корень, а уже от корня питание идет к ветвям, листьям и так далее. If we want to give some strength to the body, we feed the stomach. We put the food in the stomach, and then the energy is distributed to all the parts of the body. Если мы хотим напитать энергией свое тело, мы кормим пищей желудок, а уже от желудка энергия распространяется по всему телу. So worship of the demigods is the indirect process. It's going to take a long time to get the ultimate, to get to the real goal of the worship, which is to satisfy the Supreme Lord. Поэтому поклонение полубогам – это косвенный метод. У вас займет очень много времени для того, чтобы прийти к конечной цели этого поклонения, а именно удовлетворить Верховного Господа. So Lord Krishna wanted to see the people of Vrindavan engaged in pure devotional service. He didn't want to see them just worshipping demigods. Именно поэтому Господь Кришна хотел, чтобы жители Вриндавана были задействованы в чистом преданном служении. Он не хотел, чтобы они поклонялись полубогам. And he doesn't like to see demigods like Indra become proud. And he understood Indra had become proud. So by enacting this pastime of stopping the Indra Yagya and lifting up the Govardhan Hill, Lord Krishna was able to cure the pride of Indra and make him humble. И также Господу Кришне не нравится, когда полубоги становятся горды. Он видел, что Индра возгордился, и благодаря вот этому событию, этой игре, где он остановил Индра-Ягью и поднял холм Говардхан, он помог Индре избавиться от гордыни и стать смиренным. And by picking up the Govardhan Hill, Lord Krishna was able to highlight the wonderful service attitude of Govardhan Hill, how this Govardhan Hill is such a wonderful servant of the Lord, that he's the best of all the devotees. И также этой игрой Кришна показал всем, что холм Говардхан его лучший слуга, и что
I'm sorry, Guru Maharaj, I just lost The the beginning. Govardhan Hill is the best of all the devotees. Что холм Гардхан это лучший из всех преданных. Right, this is described by the gopis when they're praising the sound of Krishna's flute in the Srimad Bhagavatam, 21st chapter of the 10th canto. И также его превозносят гопи, когда говорят об игре Кришны на флейте в 24 главе 10 песни Шримад Бхагаватам. The gopis praise the hill. They say that of all the devotees, this Govardhan hill is the best. Там гопи говорят, что из всех преданных лучшим является холм Гавардхан. There are many great devotees, but of all the devotees, the Govardhan hill is considered the best because he provides shelter. He provides water, he provides fruit and flowers, he provides vegetables, he provides grass. Есть множество великих преданных, но из всех них лучшим является холм Гавардхан, поскольку он дает множество даров. Он дает прибежище, он дает воду, фрукты, тень, траву и так далее. And he's giving shelter by the grace of Krishna. He's being the perfect umbrella to protect all the cows and the inhabitants of Vrindavan from the torrents of rain sent by Indra. И по милости Господа Кришны он также стал прибежищем для всех жителей Вриндавана и превратился для них в огромный зонтик, который защитил их и коров от потоков дождя. So this Govardhan Hill is not only a devotee, of course this hill is also Krishna actually. It's one with Krishna, not different from Krishna. И холм Гарадхан не только является преданным, но он является и самим Кришной, и не отличен от него. And so we always offer our worship to Govardhan Hill. И поэтому мы всегда поклоняемся холму Гарадхану. And people even take stones from the hill of Govardhan and worship them. И люди даже подбирают камни с холма Говардхан и поклоняются им в своих домах. And many devotees will circumambulate the Govardhan Hill. They'll walk around the perimeter of the Govardhan Hill, which is 23, 22 kilometers. And some devotees will do it every day. И также преданные, выражая ему свое почтение, обходят вокруг него, и вся дистанция вокруг холма Гавардхан составляет 22 километра. Некоторые преданные даже делают это каждый день. So worship of Govardhan Hill, people may say, oh, this is foolish that you worship a hill. But we have to understand this hill is no ordinary hill. This is Giriraj. It is the king of all mountains. И кто-то из людей может сказать, что это какая-то глупость поклоняться холму, но мы знаем, что это не обычный холм, это Гирирадж, царь всех гор. And the devotees will follow the example of Chaitanya Mahaprabhu. Of walking around the hill and not walking on the hill, because the hill itself, as we said, it's a pure it's spiritual energy. It's very pure, so we don't walk on the hill, but we walk around the hill. И преданные следуют примеру Господа Чайтани Махапрабху, который обходил вокруг холма Гавардхана, но не наступал на него, потому что мы знаем, что это чистая духовная энергия, и поэтому мы не ступаем на него. And this Govardhan Hill performed wonderful service by arranging places of pastimes for Lord Krishna, that Lord Krishna could meet with his devotees, the gopis here.
И еще одно служение холма Гавардхан — это предоставлять Господу Кришне и его преданным прекрасные места для их встреч. So Srila Prabhupada establishes that this pastime of Lord Krishna picking up the Govardhan Hill, it shows the supreme position of Lord Krishna, that he is not any ordinary person, but he is the Supreme Lord. И Шрила Прабхупада утверждает, что эта игра с поднятием холма Гавардхан доказывает, что Господь Кришна это верховная личность, которая стоит кем бы то ни было еще. And we can say that Krishna is God. He didn't become God, but he's always God throughout his whole time on this planet. He's the Supreme Lord. И мы можем сказать, что не было такого момента, когда Господь Кришна стал бы Богом. Он всегда был и всегда им оставался на протяжении всего времени, пока он являл свои деяния здесь. And by this wonderful pastime, he becomes even more worshipable by his devotees. И этим удивительным деянием он побуждает преданных еще больше поклоняться ему. Okay, we'll take questions. Есть ли вопросы на этом моменте? Карпура Маджари Матаджи, у вас просто благодарность, да, был вопрос? Харе Кришна, мои поклоны, да, благодарность. Я хотела спросить, спасибо большое за лекцию. Вот известно, что Кришну считали родители своим маленьким мальчиком, они не видели в нем Господа и наказывали даже иногда. А как могло получиться, что и Кришна мог убедить перестать поклоняться Индре и совершить поклонение Господу, то есть Гавардхану, будучи таким маленьким мальчиком, отца убедить, ну и всех старших. The question from Kapoor Manjari Mataji. Thank you for your class. The question is, we know that Lord Krishna has been treated by his parents as a child. They didn't consider him to be the Supreme Lord and just considered him to be their child and even punished him sometimes. So how could it come out that Lord Krishna was able to persuade his father to cancel this Indra Yagya? Well, I explained one reason, that he presented the Karma Mimamsa philosophy. He convinced his father by argument. He told his father, we just have to do our duty. Our duty is the Vaishyas. Our duty is to take care of the cows. And by doing our duty, we'll get perfection. So Lord Krishna was speaking some philosophy to his father, and he was just arguing to his father that there's no need to worship Indra. And his father was convinced because his father was a devotee. His father is a devotee, and when Krishna wants something, he wants to please Krishna, he wants to satisfy his desires. Как я уже упоминал, во-первых, Господь Кришна использовал философские аргументы. Он начал говорить о философии кармы мимамсы, о том, что нам достаточно всего лишь выполнять наши обязанности как вайшьев, а обязанность вайшьев — это заботиться о коровах. И таким образом он, во-первых, логически смог убедить своего отца, а во-вторых, Нанда Махарадж преданный, и его единственным желанием было
доставить радость Господу Кришне. И поэтому, когда Кришне чего-то хотелось, Нанда Махарадж был рад исполнить его желание. Lord Krishna is in everyone's heart. So certainly he can convince the heart of Nanda Maharaj. If he wants to do something, he can act on the heart of Nanda Maharaj to do what he wants. И Господь Кришна находится в сердце каждого, и поэтому также ему не составляло труда через сердце Нанда Махараджа убедить его в том, что ему было нужно. Okay. Большое, да, понятно. Thank you very much, it's clear. По очереди, кто следующий? Раджарани Матаджи? Ага, да. Хари Кришна, Гуру Махарадж, Хари Кришна, преданные. Примите поклоны, пожалуйста. Смиренные все славы Шриди Прабхупаде. Вопрос про Гирираджа. Гирирадж, его можно вывозить из Дхамы? Просто вот как взял и увез? Или обязательно нужно, я слышала, получить еще благословение местного, что типа не должен выезжать за Дхаму? Спасибо. Угу. Местных жителей, вы сказали, прервалось? Да, да. Thank you, Guru Maharaj, for your class. The question is about Giriraj. I've heard that one cannot just pick up this stone from Govardhan and just simply take it to his or her home outside Dhamma, and one must get blessings of local people. So can we just take this Giriraj and take it home outside Dhamma? How should we act? You have to get the blessings from a Brijbasi, a resident of the Dham. With their permission, you may take it. But then when whatever you take, you have to replace with an equivalent weight of gold. Mm-hmm. Да, вы должны заручиться благословением местного жителя Бриджабаси, чтобы взять Гирираджа, и на его место положить равный ему по объему кусок золота. Yeah, you should give the equivalent weight of the stone that you take, you should replace with an amount of gold, which you donate towards some organization or institution, which is based there at the Govardhan Hill. Когда вы берете этот камень, равный ему по объему кусок золота, вы должны пожертвовать какой-то организации, храму, который действует на территории Говардхана. Mm-hmm. Понятно. Спасибо. Хари Кришна. Следующий Панкачаран Прабху. Спасибо. Вопрос. Здравствуйте. Сейчас я, наверное, видео надо включу, чтобы, не знаю. Так. Хотел бы задать вопрос. Я хотел задать вопрос, что всегда не хочется делать что-то с энтузиазмом. Например, ну, распространение книг. Всегда здесь сильное сопротивление ума. Но, ну, также, конечно... Ну, честно говоря, так же начинать трудно очень сильно. Я, ну вот, хотел бы объяснить, вот этот вкус передать, как вот... Я понимаю логически, что это можно преодолевать ум, но хотелось бы тоже вашу реализацию на эту тему, как быть, ну, как вдохновляться, когда не хочется утром идти на санкиртану. Спасибо. How to be enthusiastic and how to get inspiration when, for example, in the morning we just don't want to go to Sankirtana because it is always very hard to keep
enthusiasm, and our mind always tries to resist. So how to just bring this enthusiasm? So if you can get association with people who are enthusiastic, that will help. If you can associate with enthusiastic devotees. Вам поможет общение с преданными, которые обладают этим энтузиазмом. Otherwise, you have to preach to your mind. В противном случае вам нужно проповедовать собственному уму. You have to convince your own mind that you have to go for Sankirtan, that people are waiting for the mercy. You have to want to feel compassion. We want to distribute the mercy to the conditioned souls, to try to bring them out from their ignorance. Объясните своему уму, что время идет, люди ждут, и вам нужно поделиться с ними этой милостью, нужно помочь им выбраться из невежества, вам нужно проявить к ним сострадание, и с помощью распространения книг вы сможете это сделать. Enthusiasm is very important. It's the first quality to make spiritual advancement. Rupa Goswami describes in the Upadeshamrita enthusiasm, the first thing. Энтузиазм — это вообще очень важное качество, и это в целом первое качество, с которого и начинается наше преданное служение, о чем говорит Рупа Госвами в Упадешамрите. So we should be very anxious to keep an enthusiastic mood, but enthusiasm means endeavoring with intelligence for Krishna consciousness. Srila Prabhupada describes enthusiasm in that way. Мы должны иметь большое желание поддерживать энтузиазм, но также должны понимать, что такое энтузиазм. Энтузиазм — это усилия, прилагаемые с использованием разума. Именно так его объясняет Шрила Прабхупада. So some people are enthusiastic, but they don't use their intelligence. They just do everything in like crazy people. So you have to be intelligent, you have to control your mind and do things nicely. Бывают энтузиастичные люди, которые не применяют при этом разум, и их действия напоминают действия сумасшедших. Поэтому очень важно в энтузиазме действовать с разумом и использовать свой разум. Thank you very much. Если можно, еще один вопрос. Спасибо огромное. Я записал и буду переслушивать. Ну ладно, я сейчас скажу так. Вот хотел сказать, что для меня, ну, вчерашний вопрос повторю, который сказал. Образование для меня — это вот именно то, что реализованное знание. Вот, и правильно ли я понимаю, что на Санкиртане я получаю лучшее образование, потому что я глубже понимаю книги Прабхупады именно только на Санкиртане. То есть у меня глубокая реализация приходит, когда я читаю книги на Санкиртане и пытаюсь это, ну, как бы, вот это вдохновение передать людям. Только тогда еще правильно экзамен получаю. То есть, если я правильно понял Прабхупаду, у меня их покупают и большие пожертвования дают. А если я понял поверхность, то люди меня игнорируют. Вот это образование, ну, как-нибудь переведите, если можете. Я попробую, да, сейчас ухватить все. For me, education means a realized knowledge. And I feel that the most realized knowledge I get
at Sankirtana. When I read Srila Prabhupada's books at Sankirtana and then try to give this message further to people, and I feel that if I understood it deeply, then people take books and give me a nice donation. And if I just understood it very lightly, you know, without deep understanding, then people don't take books. So are my feelings and understanding correct? Well, yeah, I mean, I don't think people taking books is anything so much to do with it. Sometimes they may take books, sometimes they may not. It doesn't depend so much on your realization. That's Krishna's mercy. Я не думаю, что именно тот факт, берут люди книги или не берут, настолько напрямую связан с глубиной вашего понимания. Берут они или не берут, это зависит от милости Кришны. Sometimes the people will be interested and they will get books, and sometimes not. You cannot expect that. You don't think that just because you don't take a book, there's something wrong with your realization. It doesn't have to be like that. Иногда люди интересуются предметом и берут книги, иногда нет. Не думайте, что то, что они книги не берут, как-то связано с... означает, что у вас плохое понимание. Не обязательно должно быть именно так. Sometimes you may have good realization and you may have success with distributing books, but doesn't mean all the time you will have success. Иногда у вас хорошее понимание и успешно берут книги, но тоже не гарантия, что у вас всегда будут успешно брать книги. Okay, yeah. And his first yes. part of question was, is it right that education means realized knowledge? Education means realized knowledge. Well, realization is a part of it. It's not that because we haven't realized it. I mean, we get education. Education is hearing, and then the realization will come, but it doesn't always come immediately. It doesn't mean that because we haven't realized it, that we haven't made the attempt for education. The fruit of the education may be the realization. It may come. That may be the end, but it's not that every time we will get realization. И по поводу первой части вопроса, осознание следует за получением образования, и иногда оно приходит не сразу. То, что вы пока чего-то не осознали, не означает, что вы не сделали попыток к тому, чтобы получить знания. То есть вы получаете знания, получаете образование, и это осознание, оно может прийти немножечко позже, но осознание является плодом вашего получения знания. In Bhagavad Gita, Krishna says to those who are constantly devoted to me and worship me with love, I give the understanding by which they may come to me. В Бхагавад Гите Господь Кришна говорит, что тем, кто поклоняется мне с любовью и преданностью, я даю понимание, с помощью которого они могут прийти ко мне. So the qualification is devotion, not just simply knowledge, not just simply realization, but devotion. Поэтому квалификация для этого является преданность. Не просто получение знания и не просто осознание, а именно преданность. А у кого есть преданность, тот выполняет служение. Mm-hmm. Okay. Получили ответ? Да, если нет вопросов, то, конечно, можно что-то еще спросить, но надеюсь, я, наверное, пропущу одного человека, если, ну, то есть не одного, а вообще. Ну, а там, вопросы, да, есть, там очередь еще большая довольно-таки. Кто следующий по очереди? Юватишачи Матаджи? Да, ага, Хари Кришна.
Дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны, все слава Шри Прабхупаде. Вот мы знаем, что пандавы – это вечные спутники Кришны, но мы обычно, когда слышим о духовном мире, то мы слушаем об играх Кришны в Гопи. А вот где там проходят игры пандавов с пандавами? Они имеют какое-то отношение вот к этой ко всей истории Махабхараты? Вот, Хари Кришна, Диа Гуру Махарадж, Хари Кришна, Диа Девотис, Присахсет Махамбала, Везенце, Суглорище, Шрила Прабхупада. Guru Maharaj, we know that Pandavas are Nitya Siddha, they are eternal associates of Krishna. And when we hear about spiritual world, usually we hear about Krishna's pastimes with gopis in Vrindavan. And what about pastimes with Pandavas in the spiritual world? Where do they perform their pastimes in spiritual world? Is it related to Mahabharata or not? Well, Krishna meets with the Pandavas usually in Hastinapur. Sometimes they will come to Dwarka. Обычно Господь Кришна с пандавами встречается в Хастинапуре и иногда в Двараке. Pandavas. Well, Prabhupada said, like Arjuna, he doesn't go to the spiritual world. He goes wherever Krishna goes in the material world. And Krishna will speak the Bhagavad Gita to him. So he's not there in the spiritual world. Just like Hanuman. Hanuman is a great devotee, but he doesn't go to the spiritual world. He stays in Kimpurusha Loka. Шрила Прабхупада объяснял, что Арджуна не возвращается в духовный мир, а где бы Господь Кришна не воплощался, он тоже воплощается там, и в тех местах Господь Кришна рассказывает ему Бхагавадгиту, как, например, Хануман тоже великий преданный Господа, но он не возвращается в духовный мир, а обитает на Кимпурушалоке. Guru Maharaj, is Mahabharata pastimes in the material world only? Yes, usually. Well, the Mahabharata, the main point of the Mahabharata is to give us the Bhagavad Gita. So the Bhagavad Gita, but generally Mahabharata is talking more about Karma Kanda and Jnana Kanda and these things, how these things can elevate people. Right, so and then gradually they will come to bhakti. So by Mahabharata, it's for the less intelligent people that they will progress very slowly, but they may become devotees. Вопрос был, является ли Махабхарата только лилой для материального мира, верно? Да. Я забыла перевести. Да, ответ, что в целом Махабхарата — это цель Махабхараты — привести к людей к Бхагавадгите. В Махабхарате очень много тем, связанных с Карма-кандой, Гьяна-кандой. И в целом ее цель — объяснить людям, как возвысить свое сознание, она предназначена для менее разумных людей, но ее цель — это именно подвести к философии Бхагавадгиты. Джива Госвами said nobody got love of God from reading Mahabharat. Джива Госвами говорил, что прочитав Махабхарату, никто не обретет любовь к Богу. But they can come to higher things, they can come to bhakti. You can introduce them to the Bhagavad Gita, and then from Bhagavad Gita they learn about bhakti. Но прочитав ее, человек может подойти к Бхагавадгите и таким образом подойти к бхакти, то есть она может подвести к путю бхакти. Okay.
Well, thank you very much, Guru Maharaj, for your explanation. Hare Krishna. Махаджакти Прабху следующий. Махаджакти Прабху. Hare Krishna, да, слушаю. Hare Krishna, Guru Maharaj. Спасибо за лекцию. Всем преданным поклоны. Спасибо. Я вот у Махараджа хотел спросить по Гирираджу. Вот вопрос такой возник у нас тут с преданными. Гирирадж, он лучший из преданных, и в то же время он является к самим Бхагаванам Кришной. И вот мы слышали, что во Вриндаване он, когда на месте находится, то он является... в двойной форме, но в большей степени ему поклоняются как лучшему из преданных. А когда он выезжает за врач, то он уже несет вот это Бхагавана в основном в этой форме. Такой вопрос. Ну, насколько это правдивая информация? Гурмахарадж, thank you for your class. The question is about Гирирадж. We know that he is the best of the devotees, and simultaneously he is Bhagavan himself. And I've heard the theory that when he is located in his place in Vrindavan, then he is treated more like a devotee, a best of the devotees. And when he just comes out of Vrindavan in the form of this rock Gairaj, then he's treated more like Supreme Personality of Godhead. So is it correct understanding? Well, when he comes out of Vrindavan, then he's treated more like the Personality of Godhead. Yeah. I guess so. Generally, we talk about sweetness and the sweetness of Vrindavan and the opulence and of Dwarka. In Dwarka, there's a lot of opulence, but opulence makes distance. Возможно, в этом контексте вообще следует упомянуть, что когда мы говорим о Вриндаване, мы подразумеваем сладость. Когда мы говорим, например, о Двараке, то мы говорим о великолепии, а великолепие создает определенную дистанцию. In Vrindavan, Krishna enjoys a lot of intimacy with his devotees. They can be very close to each other. He doesn't get that opportunity in Dwarka. Во Вриндаване Кришна наслаждается близкими отношениями со своими преданными. Там они очень близки, и этого нет в Двараке. Mm-hmm. So, I guess the question was... Прабу, я правильно ваш вопрос поняла, что получается, когда мы там у себя в домах, в храмах поклоняемся Гирираджу, то нужно воспринимать его не как преданного больше, а как Господа. Правильно поняла ваш вопрос? Вопрос был следующим. Сейчас. Выйти мне надо. Это когда Гирирадж выезжает за границы Вриндавана, то ему надо поклоняться только как Бхагавану. Если он во Вриндаване, то мы ему почитаем его и как Бхагавана, и как лучшего из преданных. Ну вот такая информация у нас была, вот мы хотим ее проверить. So, Guru Maharaj, may I repeat this theory, that the theory is that when Giriraj is within Vrindavan, then we worship him as a devotee and as Bhagavan as well. But when he leaves Vrindavan, then we worship him only as the Supreme Lord, Bhagavan. Is it correct or not? Worship him only in Vrindavan? No.
worship everything in his paraphernalia, also in Vrindavan. Worship his abode, worship Tulsi, worship the Kadamba tree, worship Radharani and the gopis. Everyone in relationship to Krishna we worship. Мы поклоняемся всему, что имеет какое-либо отношение к Господу Кришне. Это его обитель, его спутники, Радхарани и так далее. Mm-hmm. So I guess he wants to just distinguish that it that when Giriraj is within Vrindavan, then we worship him as a devotee and as a supreme lord simultaneously. But yes. Yeah, we worship him as a supreme lord and he's also a devotee. Within Vrindavan, right? And when he's, for example, when we get this rock from Govardhan Hill, then at home we worship him just like supreme, like Krishna. Not as a devotee, right? No, we worship him as Krishna. The rock is a, we worship as Krishna, right? We give him a flute, make da. Offering. Да, мы поклоняемся ему как Кришне, даем ему флиту, его параферналии и так далее, когда он за пределами Вриндавана. Ну, разобрались, Прабху? Мараш, can we go to the next question? Yeah. Следующая Анастасия. Хари Кришна, дорогие преданные, Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Хотела спросить такой вопрос. С дочкой читала книгу Кришна Бук, когда вот именно вот эту лиру, когда Господь Кришна держал Говардхан, и она спросила, что вот дождь шел сверху, и Говардхан был как зонтик. А когда вода падает на землю, она же поднимается, там было написано, что были потопы, и она говорит, а как с пола не затопило преданных, как Кришна спас их, именно ну, вот вода, когда должна была подниматься, как будто бы нелогично. Как можно ответить ребенку на такой вопрос? Хари Кришна, спасибо. Mm-hmm. Thank you for the class. We've been reading a Krishna book with my daughter, and when we were reading about this pastime of raising Govardhan Hill, she asked, how can it be that when Krishna raised Govardhan as a big umbrella and protected from the rain, but, you know, when it is intense rain, the water just rises up. The level of water rises up, and how did it come that he protected not just from the water flowing from the sky, but also from the water that was just rising up from the earth, from these flows of rain? How yes, well, Ananta Shesha also helped. The Lord arranged for Ananta Shesha to go all around the whole hill. And all the people who were under the hill, they were all inside the, and the Ananta Shesha was around the perimeter of the hill, and so Ananta Shesha stopped any of the water from coming in, and they arranged also that the water would dry up quickly. Krishna arranged that the all that water which was cast in the rain for 7 days. That it would all dry up very quickly. Господь Кришна так устроил, что там также присутствовал Ананта Шеша, который окружил своим телом весь периметр вокруг холма Говардхан и защитил от этих потоков воды, которая текла по земле. И также он устроил так, Господь Кришна устроил так, что эта вода, она очень быстро высыхала. Поэтому вот эти текущие потоки воды по земле никак их не беспокоили. Ага.
Хари Кришна, спасибо. Понятно теперь. Спасибо, Хари Кришна. Thank you, it is clear. Так, а кто сейчас следующий по очереди? Раджарани. Раджарани, мы... Охладите Матаджи сначала. Я потом второй вопрос. Она еще. Хари Кришна, дорогие преданные, Гуру Махарадж, примите поклоны, пожалуйста. Спасибо большое за лекцию. Я хотела два таких небольших как уточнения спросить у Гуру Махараджа. Вот. Первое — это то, что во время картики Гуру Махарадж вот сказал, очень хорошо читать Гопи-гиту. Вот я ее читала там санскрита, много-много раз прочитала эту главу. Вот. И хотела уточнить, вот сейчас после картики возникло такое... усиленное какое-то вдохновение на санкиртану. Вот. Я хотела спросить, это как-то связано с тем, что когда ты читаешь вот что-то связанное с гопи, как они испытывали какие эмоции, и вот у нас мы можем это пережить на санкиртане. Вот такой первый вопрос. Спасибо. Так, немножко прерывалась, я, честно говоря, суть потеряла. Гуру Махарадж что говорил? Бхагавад-гиту читать или что? Да. А, гопи-гиту. Да, Гопи-гиту, и получается, что после того, я ее читала, получилось за картику много-много раз с санскритом ее перечитать, с переводом, с комментариями, и вот сейчас почувствовала более такое усиленное желание там проповедовать санкиртану, там выходить петь, ну как-то энтузиазм такой возник. И хотела спросить, вот как-то это связано, что... гопи, они вот испытывали такие эмоции, а мы-то, ну, не можем такие Кришни испытывать. А является ли, как бы, наша вот эта как песнь, да, что мы как на санкиртану, то есть для нас это как санкиртана, как вот для гопи разлука с Кришной. Ну, в общем, вот такой вот у меня вопрос. Повлияло ли вот это как-то на меня или нет? Вот. Связано или нет? Вот, такое вот у меня уточнение. Спасибо. During month of Kartika, you gave us instructions to read Gopi Gita, and I used to read it many times during this month in Sanskrit. And after that, I felt great enthusiasm to go to Sankirtana and great inspiration. And my question is it connected somehow that, you know, Gopi used to feel such strong emotions toward Krishna, and now just this Sankirtana for us is just the same as feeling apart from Krishna for gopis. I'm sorry, Maharaj, I don't know if I could explain. Yes, it. No, it's okay. Yes, well. Yeah, the gopis, the mood of the gopis is also like the mood of a Sankirtan devotee, right? The gopis, they are always making arrangements to bring others to Krishna. They're always thinking about bringing Radharani to be with Krishna. Radharani thinks to bring the gopis to be with Krishna. They don't have any selfish interests. They always want to, they feel that concern for others to try to make arrangements for the pleasure of Krishna. So Sankirtan devotee is like that in the mood of the gopis, that they try to distribute Krishna consciousness to people. They try to give Krishna to others. They don't think about their own self. They think about giving Krishna, to bringing others to be with Krishna. А мы можем сказать, что у преданных санкиртаны настроение схожее с настроением гопи, потому что гопи всегда думают о том, как устроить встречу с Кришной для других. Например, гопи думают о том, как устроить встречу Кришны и Радхарани. Радхарани думает о том, как устроить встречу с Кришной для гопи. И таким образом у них нет никаких эгоистичных желаний и намерений.
Они думают только о других, о том, как других людей привести к Кришне. И, соответственно, преданные Санкиртаны, они тоже заботятся о том же самом, о том, как дать Кришну другим людям, как распространить сознание Кришны и в конечном счете сделать это для удовлетворения Кришны, как это делают и гопи. So one who's going out on Sankirtan, you have that mood of the gopis. We don't go out for our own benefit, we go out for the benefit of others. Поэтому да, на Санкиртану нужно выходить с настроением гопи. Мы выходим не для того, чтобы получить самим какое-то благо, мы выходим для того, чтобы другие получили благо. So the gopis are always thinking about Krishna, they're thinking about Lord Krishna in the forests and how the stones and the thorns are all injuring his feet, and they're feeling so much concern for Lord Krishna. So the Sankirtan devotee also has that kind of concern. He's thinking about others. He's not thinking about his own self. Гопи, когда думают о Кришне, гопи всегда думают о Кришне, и когда он уходит в лес, они думают о том, как эти камни и колючки могут поранить его нежные стопы, и они всегда думают с заботой о нем. И таким же образом преданный Санкиртане, он тоже думает с заботой о других людях, он не думает о себе. Окей. Спасибо, да. И вот сейчас у нас, ну не у нас, а вообще началась эта врата, которая Катьяяни называется. Мы вот с матаджами дали такие обеты, что каждый день будем выходить и что-то, ну, маленькое делать. Там кто-то взял, что 5 минут харинаму, там, или кого-то одного человека угостить просадом, или одну книгу предложить. То есть у нас вот сейчас, ну, такой вот марафон начался. Хотели поделиться вот с Гуру Махараджем. Спасибо. Thank you, and may I inform you that now it there is Katyayani Vrata began, and me and other Matajis we gave a vow that every day we will do something just even a little to give Krishna consciousness to other people. For example, to distribute one book or to give prasadam to one person, or, you know, just something little for other people in Krishna consciousness. Okay, very nice. Yes, Kajayana Vrat, the young girls in Vrindavan, they observe this Kajayana Vrat, at least in the times of Lord Krishna. I don't know how many girls do it now, but in the past it used to be a custom, the young girls will go to the Yamuna early in the morning and take bath, and then they will build a deity of Katyayani, goddess Katyayani, at the side of the Yamuna, and they will worship her. And of course their purpose in worshipping is to get Krishna as their husband. Да, действительно, Катьяяни и Врата — это такой период, когда, я не знаю, соблюдает ли кто-то его сейчас, в эти времена, но во времена Господа Кришны молодые девушки соблюдали этот обет, и они приходили по утрам к берегу Ямуны, совершали омовение и поклонялись, делали изваяние богини Катьяяни и поклонялись ей с единственной целью — получить Кришну в мужья. And Krishna satisfies their desires. Krishna accepts them all as his wives. И Кришна выполняет их желания и принимает их всех в жены. Okay. Да, и хотела вот еще последнее уточнить, нужно ли сейчас какие-то дополнительные молитвы читать? Может быть, Гуру Махарадж скажет, или просто продолжать дальше свое чтение, пока было.
Спасибо. Is there a need in some additional prayers now for this period, or just go on reading like we always do? Yeah, just we can go on reading. Продолжайте. Can read about Vrindavan, read about the gopis and how they worship Krishna. Читайте о Вриндаване, о гопи, как они поклонялись Кришне. Спасибо. Хари Кришна, мои поклоны. Спасибо. Thank you. Please accept my apologies. Guru Maharaj, do we have time for some more questions? Okay. Можно еще один вопрос уточняющий? Задайте. Просто вот сейчас мы так как бы тоже вот, ну, мы поклоняемся Гирираджу, то есть вот преданные, тут вот у нас три было брахмана, ну, как бы, которые на классе присутствовали, все трое поклоняются Гирираджу, все трое. И вот у нас как бы, ну, то есть говорится, и вот один, ну, как бы неразрешенная тема у нас, дилеммика осталась все равно, недопонимание. Хотя Гирирадж сам с умом боном, но вот у нас такая дилемма. Иногда ему поклоняются как лучшему из преданному, ну, Харивармы, да, и вот Дасу, и это самое. И ему, когда поклоняются таким образом, ему предлагают просад, что ли, вот, ну, вот так поклоняются. То есть ему такое вообще, есть поклонение или нет у Гирираджу вообще вот такое поклонение, как лучшему из преданных? Вот уточняющий вопрос такой. И можно ли ему предлагать просад? Ну, вообще, такое, есть ли поклонение такое? Вот, ну, мы так не поклоняемся, никто из нас. Мы поклоняемся, как Махарадж сказал. Но как лучшему из преданных, говорят, еще ему поклоняются. Вот ему как, а как преданным мы поклоняемся, преданным им просад даем. Ну, это как... Вот такой вопрос, понимаете? Хорошо. Или непонятно? Я поняла, да. I want to just clarify this moment about worshiping Гирирадж. So, if he is the best of all devotees, is there a type of worshiping him as a devotee? And in this case, if a person worships Gitaraj as a devotee, then you know how does it look like? Does he need to offer him prasadam or what? Because local devotees worship Gitaraj as a supreme lord. Yeah. So of course, yeah, we offer, make offerings to him every day. Да, мы поклоняемся ему и делаем ему ежедневное подношение. Lord Chaitanya was given a Govardhan Shila. It's described in the Chaitanya Charitamrita. One devotee came from Vrindavan and he gave a Govardhan Shila to Lord Chaitanya. And Lord Chaitanya kept it for several months. And then after some time, he gave it to Raghunath Das. And he told Raghunath Das how to worship. Господу Чайтанье однажды дали Говардхана Шилу, и это описывается в Чайтанье Чаритамрите, и он сохранял эту Шилу на протяжении нескольких месяцев и затем передал Рагунатхи Дасу Госвами и объяснил ему, как правильно следует поклоняться. So Lord Chaitanya taught Raghunath Das to offer the manjari flowers to the Govardhan Hill. Said this was the best offering to make to the Govardhan Hill, the manjari flowers. И Господь Чайтанья сказал Рагунатхе, что лучшим поклонением является предложение Гирираджу цветов манджари, цветков. And then later on, Swarup Damodar Maharaj arranged that he would also give sweets, sandesh sweets, were milk sweets made from curd, you know, sandesh? Yes. So these sweets were also sent to Raghunath Das for offering to the Govardhan. И позже Сварупа Дамодара организовал приготовление сандеша в качестве подношения Гирираджу и отправлял их Рагунатхе.
So Raghunath would worship that hill every day, just as Lord Chaitanya had taught him. И Рагунатха Дас поклонялся этой хиле каждый день именно так, как его учил Господь Чайтанья. So is it correct that we worship just as Supreme Lord? Yes. Not as a devotee. Well, you can watch. He is also a devotee. He's both inconceivably one and different. Just like Lord Balaram. Lord Balaram is a Supreme Lord, but he's also a devotee of Krishna. Мы поклоняемся ему как Верховному Господу и как преданному. Он непостижимо, он является непостижимо одновременно и тем, и другим. Как, например, Господь Баларама тоже, он Верховная Личность Бога, но при этом одновременно он преданный Господа Кришны. Прабу, получили ответ, да? А, да, да, спасибо, спасибо. Ну да, сейчас вроде бы получили. Ну, вот еще идет каждый брахман. Получили, спасибо, Хари Кришна. Все, вроде как бы, да, разъяснили. Спасибо, Махараджа, спасибо, Хари Кришна. Thank you. Thank you very much. Браджавани, Матаджи, у вас еще вопрос? Да, слушала лекцию Аиндры Прабу. И Аиндра Прабу говорил, что когда мы вместе с Картика читаем круги в святом месте, 16 кругов приравнивается 16 миллионам кругов. А когда мы в другие месяцы читаем в святом месте, то 16 тысячам приравнивается. Вот у меня вопрос. Шрила Прабхупада говорил, что храм — это посольство духовного мира. Да, то есть как мы только приступаем. И это равно, то есть если мы дома читаем джапу и в храме читаем джапу, это одно и то же или в храме предпочтительней? Спасибо. I've been listening to a class by Aindra Prabhu, and he told that when we chant our japa during month of Kartika in the holy place, then 16 rounds are equal to 16 millions of rounds. And in other periods, chanting japa in holy place is just 16 rounds is equal to 16 thousands of rounds. And as we know, and Srila Prabhupada used to say that a temple is an embassy of a holy place. And can we consider that chanting japa in the temple is also, you know, gives us more rounds? And what is preferable, to chant japa at home or to chant japa at the temple? Well, I would think it's better to chant at the temple. Because you chant at home, there are always distractions. Я думаю, что джапу читать лучше в храме, потому что дома очень много отвлечений. But in the temple there will be less distractions. В храме меньше на что можно отвлечься, меньше таких вещей, которые отвлекают. But Lord Chaitanya said in Shikshastikam, there are no hard and fast rules. You can chant any time, and you can chant any place. При этом Господь Чайтанья в своей шикшаштаке сказал, что нет строгих правил и предписаний, и поэтому вы можете читать в любом месте и в любое время. Someone may be chanting at home with perfect concentration, and somebody else may be chanting in the temple with no proper concentration. Кто-то может читать джапу дома с превосходной сосредоточенностью, а кто-то может читать в храме и не быть сосредоточенным. But generally, generally, it's good to chant in the temple, because the deities are there, and it's the temple room, it's a sanctified atmosphere. Но если в целом говорить, то читать джапу в храме более благоприятно, потому что
там, божества, алтарная комната, в целом такое одухотворенное место, которое будет помогать. Окей, я. А это приравнивается к 16 тысячам, да? Если просто в храме, не в дхаме. Хам это когда? 16 тысяч кругов или имен? 16 кругов тире равно 16 тысяч кругов. Кругов тоже. So, can we consider that chanting 16 rounds in the temple is equal to chanting 16,000 rounds, just like it happens in a holy place? Well, it's going to depend on the quality of your chanting. Зависит будет от качества вашего воспевания. I've never heard it. I never heard it from Prabhupada. От Прабхупады я такого не слышал никогда. Спасибо. Thank you. Наверное, больше вопросов нет? Okay, no more questions. Так, что это тоже смотрю, нет? Yes, Guru Maharaj, there is no more questions. Okay, so we'll finish here today. Thank you very much. Okay, Srila Prabhupada ki jai. Jai. Kajai Navrat ki jai. Jai. Kodvai Tavrinda ki jai. Jai. Спасибо большое. Махарадж, джай. Спасибо большое. Джай, Хари Кришна. Спасибо большое. Намаватар, вы намаватар. Большое спасибо. Мои поклоны. Намо.